Ребята, всем привет! У нас сейчас осень, поэтому я решила баловать себе всякими десертиками. У меня вот такой. Смотрите, это что-то наподобие шейка из Макдональдса, я так понимаю. Написано shake and go, то есть стрясните, потрясите, стрясните. Смотрите, вот так открываете, и тут есть трубочка. И идете по делам, вот такая трубочка. Написано растение до щелчка. Что-то мне эта трубочка напоминает. Тоже напишите, кому тоже что-то напомнило. Просто меня смотрят дети. Поэтому такое. Так. Смотрите, чтобы у вас руки были чистые, когда вот вы эти манипуляции проводите. И смотрите, вот тут у нас есть дырочка. Проводим. Вот, коктейль у меня, десертный коктейль, смак капучино, вкус капучино, ты на украинском сказала. Вот, смотрите, калорийность 116 килокалорий в 100 граммах, тут 260 грамм. Ну, в принципе, не такой уж он и калорийный, на самом деле, мог бы быть покалорийнее, если там было бы много сливок, например, да. Вот, и там была бы калорийная слуга. Мне очень нравится оформление, смотрите, какое. Сейчас попробуем. Нужно потрясти. Ну, кстати, он достаточно густой. Трубочка не набирается. Да, вкус капучино. Но мне кажется, лучше его открыть и так кушать. Потому что не получается. Ну что, открываем. Вкус довольно-таки сливочный, но немножечко и сметанный. Тут у нас дата производства, дата конечной реализации. Ой. Сейчас будем открывать. Немножечко кофе есть все-таки. Не такой прям приторно сладенький. Смотрите, он достаточно густой. Вот, и сейчас будем пробовать. Тут вкус и йогурта, и вкус капучино, и вкус кофе. Очень необычно. Немножечко вкус сметанки дает сочетание. Но я так понимаю, сметаны там нет вообще. Интересно, знаете, как кофейный йогурт. Такое впечатление. Такой интересный вкус. Напишите, пробовали ли вы. Это у нас Даниссимо, Данон. Какой вам больше йогурт нравится или коктейль нравится? Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Очень такой уютный йогурт. Смотрите, даже упаковка такая вот с кофе. Всем пока-пока!